Девчули, привет! Мальчишки, тоже большой привет! Мерабалар таки пчеларам. Hi, my dear! How are you? Сегодня я такая никакая, девчонки и мальчишки. В общем, сняла видео. Как-то оно не сохранилось. Вот так вот бывает, да. Решила опять же снять Туркестан плитки. Правда, я его там ела с Астаной розовой. Ну, теперь просто пойдем в Туркестан плитки. Слегка замочила, потому что он очень твердый. Для моих зубов твердый. Ну, как у вас настроение? После новогоднее, все нормально, все хорошо. То есть, после того, как отметили Новый год, да. 31-е, да? Вот, у меня все нормально, потихоньку прихожу в себя, но еще вид немножко болезненный, да, так скажем, есть немного. Но ничего. Так, пчеларам, яны, бүгін бізде Туркестан, Туркестан желтый, извиняюсь, Туркестан желтый. Туркестан сары, ады. Топырақ кокусы. Туркестан yellow. Я читаю по-немецки, как вы знаете, говорю по-английски, да, немного. Но у меня чтение немецкое, поэтому, может быть, когда-то, вот, то есть вообще могу говорить иногда, как на немецком читаю. Есть такая у меня проблема, немножко путаю. Вот. Ну что, начнем, поедим. Глотать я буду частично, сразу говорю. Наверное, попробуем, да? Немного помягче стало. Даже не хрустит. Так, наверное, покажу вам. Мягенький стал. Так.
Вкусы. Ями. Вкусно. Но Туркестан светлый я люблю больше. Сливочный вкус. И такое ощущение немножко как будто сладенький. Есть такое что-то там. В меру сливочный. Ну, залипает. Никак голубая узбечка, она вообще залипает, круто. Тоже залипает, нормально.
Вкусно, кремообразно. Мне нравится. Понравилось мне. Ну, я глотала частично. Вот еще пью лекарство, антигриппин. Есть еще у меня такое, знобит периодически. Вот. По виду видно, наверное, что еще не выздоровела. Так, пчелорам biraz hastalandım. O yüzden yani galiba görünüyor. İlaç içiyorum. O ilaç kullanıyorum şu an. Hepsini yutmadım tabii ki. Çünkü ilaç fayda olsun diye. Спасибо вам большое. Ну, мне сегодня было так обидно. Прям обиделась на всех, как будто бы. Вот. Такое видео и не сохранилось. Вот. Как-то так вот. Так что спасибо, мои дорогие. Люблю, ценю, уважаю вас. Всех, кто пишет и плохое, и хорошее, и пытаются там как-то в грубой форме говорить. А есть такое. Вы можете в мягкой форме тоже говорить. Я в мягкой форме понимаю тоже. Поэтому не обязательно в грубой форме все это мне говорить. Я все понимаю, отвечу по мере возможности. И там у меня была девочка, спрашивала, почему я говорю, наверное, на другом языке. Я просто живу в Турции, и у меня есть подписчики из Турции. Они не понимают русский язык, и поэтому мне приходится говорить на турецком языке. Вот. Ну, правда, для ваших ушей, может быть, это не очень приятно, но они не понимают, поэтому я вынуждена это говорить. Вот. Поэтому поймите правильно. Всех вас благодарю. Хотела бы выпускать в день по два видео, но сейчас немножко еще и болею, и домашние дела не заканчиваются. В общем, но я постараюсь в день два видео обязательно снимать. Я буду стараться. Ну, вот. В Турции у меня было больше времени, вроде как бы. Здесь вообще нет. Вот такие вот дела. Так, пчелорам. Чок ты щекредерам. Öpüyorum, seviyorum. Çok özledim sizi. Çok. Türkiye'ni o kadar özledim ki anlatamam. Belki beni anılar başka birileri. Teşekkürler. Thank you, my dear. I love you. I love you. Thank you. Öpüyorum, seviyorum. Целую вас, мои дорогие. Спасибо вам. Я постараюсь на днях уже по два видео. Обязательно постараюсь. Вот, делишки тоже потихоньку заканчиваются, так что вот как-то так. И думаю, что выздоровлю, и будет все у нас окей. Спасибо, мои дорогие.